Эй, йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я Утес Шумор, и добро пожаловать в скам! Но не в простой скам, а в скам Call of Duty. Значит, разработчики скама ввели огромное новое обновление, где теперь у нас обновлены анимации и женские персонажи. Давай же посмотрим, значит, так, я Шумор здесь. Значит, фимейл! Посмотри на это. Значит, давай мы здесь рандомизируем, во-первых. Рандом сделаем, я не знаю. Вот так вот, рандом, фимейл. Значит, сделаем, я не знаю, какое лицо фимейл выбрать, значит, нашей. Пусть у нас будет, ну, вот такое, например, да? Теперь, назвать нужно Володесса, Белочко. Володесса, Белочко у нас будет. Next. Опа. Комплекция. То есть мы можем разные здесь эти сделать. Возраст. Смотри, скинтон. Цвет волос, хейрстайл. О, а такое пускай будет. Eye color, iris type. Зрачок, глаза. О, понимаю. Shadow, intensity. Опа-на. Прям реально Володесса. Ты посмотри-то, а. Next. Рандомайз. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально? Нормально. Бег стойкостью Володессы. 3,7, 3,0, 2,2. Вот такая у нас. Короче, давай посмотрим, как у нас это будет выглядеть. Стой. Белочко. Вот, Володесса Белочко. Давай посмотрим, что у нас получится. Ёлки-палки, Call of Duty, Call of Beauty. Понимаешь, есть Call of Duty, а есть у нас Call of Beauty. Знаю, смотри, какие. Значит, решили разработчики поработать над этим направлением. Значит, я все еще жду, пока, соответственно, мне одежду сделают ребята в скаме, введут одежду Шумору Шоу нашу с тобой, да? Но пока этого не происходит, с Матовски я связывался. Они как раз закончили работу над этим обновлением и сейчас занимаются, соответственно, нашими с тобой шмотками. Но пока их в игре нету. Вот, поэтому такие вот новости. Сейчас, секундочку, одно... Так. У нас рассвет или закат? Непонятно мне, брат. Блин, у нас закат или рассвет? Ладно, давай вон там он. Полутаемся сейчас в Володессе и посмотрим. Много анимаций изменено, много всего разного сделано, как говорится. И потом можно будет вон там полутать. Ну, что так холодно? Что-то Володесска замерзает у меня. Замерзает, волосики в сторону. Домовенок Володесса. Change pose. Да сейчас долетим, нормально все будет. Слушай, оптимизация хорошая такая, поехали. Оп. Подоптимизировали, я смотрю, значит. А ты какая, а? Ладно, сейчас посмотрим, как у нас выглядит это все, как играется женский персонаж. Насколько он пиздатый или не пиздатый, как говорится. Ну, по логике вещей, женский персонаж должен быть пиздатый. То есть, ну, точнее, не должен, а обязан. Потому что женский персонаж. О, смотри, как волосы. Ой, волосики трясутся, домовян, смотри, лысинка видна. Ай, Володесса, смотри. Смотри, лысина, смотри, голова внутри волос. Сука. Это прикольно. Так, сейчас мне нужно сделать разные вещи. Ой, что-то холодно. Кустики нужны. Володессе нужны кусты. Смотри, волосы трясутся. Ай, ебать. Прикольно. Ладно, сейчас проверим, как это все выглядит, значит. Как это все играет. И как это у нас работает, как говорится, да? Потому что это безумно интересно. Это безумно весело. Когда вводятся всякие разные интересные обновления. Слушай, ну прикольно выглядит персонаж стало. Володесса, видимо, у нее много детей. Либо очень тяжелый мужчина был у нее. Так, что мы должны сделать? Мы должны с тобой заебашить веревку, правильно? Правильно. Мы должны из длинной деревянной палки... порубить маленькие деревянные палки. Потом побежать, вон там вот залутаться и сделать все как надо, как говорится. Нормально, как оцениваешь обнову? Рассказывай, что у тебя нового? Если хочешь, чтобы я скам поснимал, не забывай въебать мне лайк, чтобы я видел, что тебе это реально интересно. И может быть ты захочешь приключения Володессы у нас, как бы, продолжение, чтобы было, да? Чтобы Володесса не скучала. Не скучай, Володесса, совсем. Так, что мы можем здесь порвать? Мы можем порвать с тобой вот это. Наряжаем на тряпочки. Да, это рассвет у нас. Это рассвет, ребята. И туча, смотри. Володесса режет на тряпки. Так, хорошо.
И теперь мы можем с тобой созданием заняться вот этого, да? Чего нам не хватает? 3 тряпки нужно. А у нас еще можно порвать носки тогда. Вон солнце засветило. Call of Beauty. Ну так вот. Разработчики работают. Не знаю, что их сподвигло. А именно заняться проработкой женских персонажей. Активно прям так, знаешь. То есть, видимо, были какие-то запросы у игроков. Скажи, напиши мне, ты играл? Были у тебя запросы, чтобы женские персонажи были другие? Чтобы можно было кастомизировать лучше, там, я не знаю. Не знаю, почему просто разработчики решили вдруг взяться, так понимаешь, ух, прям. Посерьезочке, как говорится, да? Так, все. Володесса готова, и теперь... Не, не готова, еще нужно копицо сделать. Холодные. Мы с тобой вот в этих ебенях находимся. Надо на северо-запад. На С3, точнее, не на северо-запад идти. Все нормально. Ножик у нас, ножик у нас. Заебись. Смотри, анимации бега прикольные. Ну-ка, от первого лица. От первого лица абсолютно ничего не изменилось. Типа мы просто держим копье. Бега с копьем анимации нету, посмотри. А что с FPS-ом? А что с FPS-ом? Не понял. Такого быть не должно. Здесь людей дохуя? Слушай, походу в городе дохуя людей. Точно сказать не могу, но... Что-то с раскадровочкой пошло очень странное. Смотри, смотри, какие-то дергания пошли. Чё? Привет. Встаем. Хорошо. Хорошо. Отработочка. Блять, сколько надо? Все нормально. Сколько надо, столько и надо. Нихуя, это как? В стоге сена была кирка? Это, конечно, прекрасный вариант. Ладно, давай посмотрим, как мы здесь лутаемся, что у нас происходит. Значит, что у нас по лутику? Сейчас найду рюкзак, я чувствую какой-нибудь сразу, нет? Броги. Ботиночки. Свои ботиночки снимаем. У Володессы обновочка. Володесса пошла. Кто там? Кто там? Наверху, что ли, зомбарь? Да. Привет. Я Володесса. Блядь! Давай. И, блядь, оно, блядь. В смысле? Нормально, нормально. Хайкин бункс, бутс. Давай вот эти вот возьмем. Броги, это прекрасно, конечно. По метаболизму, что у нас по здоровью? Рана С1. Все хорошо. Опа-на, у Володессы очки. Перчатки. Ой, пробку, наверное, нужно взять, да, женскому персонажу? А вдруг это... Ну, ты понял. Как-то... Подожди, а где она? Нет, отдыхать мне не нужно. Пробку, наверное, возьму. Могу применить? А, нет. Слушай, а скам же реалистич. Здесь писать, какать можно. А все остальные моменты здесь есть? Ну-ка, напиши мне, что ты знаешь. Мне кажется, пробку нужно всегда с собой иметь. Расскажи мне, какой опыт у тебя с такими персонажами в скам? Отлично. Смотри, блядь, лут есть. Это официальный сервер. Прошу заметить. Видимо, этот город никто не лутал. Он зомбарь ходит. Но здесь холодно очень. Володессе нужны шмотки на самом деле. Найти какие-нибудь охуенные прекрасные шмоточки. Какие-нибудь пиздатенькие шмоточки.
Бабки, 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 касса. Кассе нихуя. Ну-ка покажи. Покажи Володеса всем, какая. Ой, ты, ох ты, какие очки очечила у Володесы. Молодец. Патри лежат, блядь. В ресторане, понимаешь, в кафе. В каком-то, в баре, считайте, патроны. Хуяк, хуяк, хуяк. Бля, мне нравится, как бегается игра. Мне нравится, как... Биг Верн. It's a bloody liberty. Слушай, мне кажется, в этом городе мы неплохо с Володесой сейчас залутаемся с тобой, блядь. Зомби, конечно, в скаме, ну, нереально, нереально крупные. То есть, они прям по ХП вообще массивные какие-то. Я не знаю, очень долго нужно пиздиться. Видимо, смотря чем пиздиться, конечно. Но, тем не менее. Здесь и роботы бешеные, и зомби бешеные, по идее. Не по идее, а так и есть вон там. Давай, я же девочка. Я буду с ушками бегать. Девочка-выживальщица. Рюкзак бы нормальный найти, на самом деле. И вообще почему-то одежды нет, заметь. С одеждой какая-то проблема. Опа. Сука, ремкомплект. А ведь есть шанс найти, блин, этот самый автомобиль и починить его. Слушай, может быть, реально все выкинуть и взять ремкомплект. Пробку выкинуть. Пусть будет ремочка, а. Сейчас мы вещей найдем, может быть, в PlayStation, кстати, там на втором этаже. Часто шмотки имеются в наличии, как и зомбарики, конечно. Но шмотки тоже. Вот так вот. Рипсти. Молодежь здесь, блядь. Оба. Оба. Давай, родной, блядь. Хорошо. Он там, блядь, лежит. Родненький. И тебе поеблетинки. Нормально же так Володеса работает, смотри. Рукопашечка у Володесы. Оп. Шлемик я бы этот надела. Что-то с рукой немножко. Так, шлемик мы наденем. Чтобы было за яйцом. Нихуя! Ну, огнестрел нужен. Ну, простите меня, как бы. Паттер не подходит. Сейчас, может быть, приоденемся нормально. И на ремкомплект хватит, да. И на ремочку хватит. Ремочку с собой возьму. Не хочу ремочку проебывать. А приодеться надо. Какая-то кофта интересная. Здесь, к сожалению, ничего пока взломать мы не можем. Замок — это прекрасно. Тактический свитер. Бля, но он немножко порванный. А я хочу вот так. Ладно, ищем дальше. Неплохо, неплохо, неплохо. Мне нравятся анимации очень, на самом деле, у персонажа. Он там мотовский летает. Слышал? Может быть, сейчас Патри найдем? Не, походу, мы не найдем Патри. Ой, как хорошо. Хорошо, что я пришел. Та-да-дан-дан-дан-дан-дан. Охуеть, и аккумулятор здесь. Бля, да я уже с тачкой могу работать.
Вот бы сейчас байк в гараже какой-нибудь стоял. Вот бы было бы заебцом-то, а. Лопатка. И Володесса на байке была бы, понимаешь? Ебать, как пиздато было бы классно. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, мы рюкзак попизже раздобудем. И тогда у нас будут все шансы. Оп, штаники сменили с тобой. Хорошо. Стильно, весело, забавно. Вот, сука. О! Все, мерзнуть не будем. Шлем этот нахуй выкинуть. И смотри, какая на стиле у нас. Вообще нормально. Куртяечки, понимаешь? И слоты теперь у нас есть. Хорошо, аккумулятор можно будет забрать, в принципе. Там 9%, правда. Он нахер такой не нужен. Но дозарядить как бы можно было бы что-то. Доллары. Доллары заведено. Блядь, бля, 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 бля. Загончик. Признаков людей в городе не вижу, поэтому, в принципе, мне кажется, город в нашем распоряжении. Мы можем его спокойно залутать. Найти бы еще какую-нибудь технику здесь, на самом деле. Было бы вообще пиздато прям в тему. Но техники в городе нет. Зато есть монтировочка. Монтировочка у меня. Здесь холодно, видишь, здесь уже регион такой прохладненький. Нихуя нет. Не, как бы лут есть, но его нет, понимаешь? То есть, как тебе объяснить? Типа, он есть, но его вообще недостаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Может быть, мы еще и снарядимся здесь по фулочке, как бы, может быть, еще и магазик найдем для пистолета. Что крайне маловероятно, конечно, но хотя бы патры для этого песта мы можем найти. А вот это мы бы... мы бы перекусили, наверное. Кушай. А там что лежит? Бля, давай пробежимся дальше. У меня хорошее предчувствие. Мне кажется, этот город даст Володессе надежду на то, что на официальном сервере можно залутаться. Это что? Кто-то летит. Едет. Или летит? Люди! Кто-то проехал. Либо про... Хантер. Это что за винтовка? И у меня патры есть к ней. Это обычная мелкашка. Ну, блядь, лучше... Это что? Крупинка соли? Чего, блядь? У Володессы есть мелкашка. Вот такая я какашка. Заебись. Блядь, ну мелкашка лучше, чем ничего, правильно? И моточек ниточек, блядь.
и моточек-ниточек, и мелкашка. Вот такая вот валадеса какашка. Бегает, носится, как чебурашка, еблет и разбивает всем зомбям. Бамбашка, та-тон, та-ра-тон. Блять, я чувствую себя уверенно. Сколько у нас патров? Чё? Один? Не, Володес, прекрати, блядь, стрелять так направо-налево. Остался один патрон, блядь. Три патрона я нашла, что ли? Это на три лисирис. Блядь, а здесь вот ничего нету, видишь, да? Блять, еще вот шанс, вот может быть вот там вот мотоцикл какой-нибудь. Шляпу можно взять, чтобы потом порвать. Да? Перо мне нахуй не нужно, зачем я его с собой таскаю? Вот здесь вот есть шанс. Нет шансов здесь. Сука. Он, может быть, бы и был, но его нет. Короче, техники здесь не имеется в наличии. Рыболовные поплавки. Я надеюсь найти патроны еще для мелкашки, потому что... Хотелось бы, чтобы перестрелка была, да, какая-нибудь. И чтобы мы из нее вышли победителем. Но для этого нужны патроны. Охуенно, блядь. Давай вот так вот, блядь. Теперь штаны нужно на стиле, понимаешь? И Володеса может двигаться дальше. Черные байкерские хочу. На самом деле мне нужны эти. Знаешь что? Мне нужны бинты побольше. Не, ну бинты мы всегда можем порвать, как бы. Самолеты? Кто-то пишет. Да, самолеты, братан, летают. Ну, неплохо так в городе. Смотри, ружьишко у нас есть с тобой, и патры, и, в принципе, мы неплохо приоделись. Ну, относительно, да? То есть, могло бы быть совсем хуже. Вон там еще гараж был наверху, можно его чекнуть. Лопата, пиньята. Вот патры хотелось бы иметь. Представляешь, такой огромный город залутали. Не все, конечно, я прям не все дома чекал, но... Все дома чекать, это заебешься, это можно, блядь, только дома и чекать. Опа. Рождественское украшение и худи Рейкит. Слушай, а если мы этот худи... Вот. У нас теперь есть худи нормального качества. То есть нам уже не холодно. Осталось найти заебатые штаны. Ну и, соответственно, патроны, хуёны и все прочее. Еды что-то вообще не нахожу. С едой беда какая-то. О, нихуя! Пизда-то же! Ебать. Ты слышишь кого-то? У меня ощущение, что я кого-то слышал. Чувство было строгое. Опа. Пуля 9 миллиметров. А это 22 калибр. Мне нужны пули... Ну, отлично. Смартфон заберу. Им можно подзаряжать.
мне нужны пули 22 калибра. И еще нитки одни. Слушай, это классно, блядь. Неужели мы лутаемся нормально на таком сервере? Это очень пиздато и круто, братишка. Я кайфую прямо сейчас. Что и лут у нас есть, и все как надо. Сука. Это сука. Ладно, еще сейчас пробежимся немножко. А потом нужно будет двигаться дальше. Куда-нибудь в сторону военочки. Хотя бы есть чем стрелять, хоть чем-то стрельнуть, понимаешь? Не, я нихуя не вижу. Я прям не чувствую, что здесь еще что-то есть. Мне кажется, мы высосали этот город с тобой, понимаешь? Мы прям полностью его высосали. Блять. Конечно, можно тыкаться во всю хуйню вообще, которая имеется, да? Вот у нас есть север. А мы бежим как раз вот сюда. Мы пролутаем там за лупу. И отправимся вот сюда. И вот сюда сходим. И так до зеленой зоны сможем добраться на самом деле. Пистолет! Был же пистолет. Ищи! Дурында, блядь! Вот ты бежала. Вот ты бежала, радостная, блядь. Подсветить как-то можно мне? Вот шапочка. Прикинь, да, скам, блядь. Какая игра охуенная. Он уже подсвечивался у меня. О. Прикинь, скам, какая игра, пиздец. Так вот бежишь, да, слот не посмотрел, проебал, зазевался, все, пизда вылетела. Штаны мне не нравятся, рюкзак мне не нравится. Слушай, а может быть сразу вниз на территорию туда нырнуть? Блять, это что, просто вышка? О, нихуя! А, это интересная локация. Фа, красотулечки, ебать. Сенса что-то большая в прицеле. Не нравится. Так, это наш шанс. Хотя, мне кажется, здесь много чего нет. Точнее, что здесь нет нихуя, скорее всего, такие локации пролутаны быстро. Может быть, штаны какие-нибудь найдем. Нихуя! Это что? Это самоделка, что ли, блядь? Кто-то здесь ган дропнул. Нет.
Какая-то хуйта, я такой пушки не видел. Слушай, тоже новое обновление, да, видимо? Может, патры на него найдем? Бля, нихуя нет, я же говорил. Просто пустота. Не очень, не очень. Но официальный сервер, как бы. Хули вы хотели, как говорится, пить? Нет, есть хочется. У меня есть банка. Можно, конечно, ее будет схавать. В этих могут быть патры в зомбах. Доллары. Никого же нет? Нет. Здесь проволока. Здесь хуй на меня бежал, бежал, бежал. Такой... Где это было? Он исчез, что ли? Три зомби было. Ладно, это я в шары долблюсь. Надо, короче, идти... дальше. Можно вот так, в принципе, пройти. Блять, на север или на юг? Слушай, братик мой. У меня вопрос. На север? Нихуя я вооружена и очень опасно. Посмотри, у меня дробашек, блять. Винтовочка, блять. В руках пистолетик, блять. И ко всему есть патроны, кроме винтовки, конечно, но... тем не менее, блять, 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 блять. Вот это Владесса. Владесса, белочко. Или белочко. Нет, белочко. Это я понимаю, блядь. Миледя, блядь. Мне нравится, сука. Когда в скам вот долго не играешь, заходишь, потом, блядь, по кайфу вообще. Штаны нужно менять. Устает она у меня пока не быстро, но у меня и рюкзака нормального нет. Тихо. На дышечке. Ебать! Еще дробаш, блядь. Он, кстати, этот полуавтоматический. Я бы его такой, наверное, взял. Ну-ка, Владес, покажись-ка. Вот, блядь. Поймаешь, да? Чувствуешь? Владеса может, блядь. Уже может напугать. Пугающий, опасный взгляд. И здесь, в этом районе, больше по факту-то и ничего и нет. Ну, то есть, наверное, мы можем найти что-то мелкое, но... Блядь, я могу на зверей нарваться здесь, знаешь? Сейчас вот очень опасная ситуация. Здесь могут быть звери, это официальный сервер. Но также здесь может быть и база, мне нужно покушать на самом деле. Попробовать. Я открыть не смогу, сука. Понял. Грушевый компот.
Хорошо, Владеса. Пора кущить. Как бы насмешка здесь не съел нахуй. Зомбарь ходит, смотри. Сейчас мы ему пиздюлин накидаем. Никого рядышком? Никого. Трусики-хуюсики. А ведь в зомби может быть патри, понимаешь? 22 калибр конкретно. С кукурузинами мне хуёво везет. Постоянно их нет. Что, реально нет кукурузин, что ли, блядь? Ни одной? Не, Ля, ты посмотри, братишка, это не может быть такого. А? Слушай, ведь могут люди некоторые прятать автомобили всякие, да? В райончиках таких, типа лесных, где нету рядом ничего. Это такой момент, который важный. Нужно чекать. На самом деле лучше в таких районах и прятать тачки в кустах где-нибудь. Короче, какие выводы я хочу тебе сказать? Скам выглядит пиздато сейчас. Вот это Call of Duty... Это прям какое-то новое такое веяние, понимаешь? То есть, ну, видно, что поработана оптимизация, проработаны анимации, и женские персонажи стали значительно интереснее. Кто-то реально очень хотел женского персонажа, но не сделал ему анимации бега с ружьем. Левая рука вывернута влево. И никак не... Не настроена ее позиция. То есть она закреплена за оружием, двигается по оружию, но позиция стоит неточная. То есть позицию нужно поправлять. В инверсной кинематике явно. Видишь, левая рука закреплена за оружием, то есть она двигается точно так же по ротации, по позиции оружия, но сама рука ниже. То есть левая рука, кость прикреплена к оружию, но ее локальная позиция ниже, чем нужна. И закреплена хуево. Вот такой вот момент, блядь. Багулька. Я ни машин спрятанных, ни схронов, ни домов не вижу. По метаболизму переваривается у нас. Че в желудке-то? Монитор жизнедеятельности. А че, убрали что ли это? Что переваривается, не переваривается, не? Че-то я не вижу. Блять, там Мишка, по-моему. Либо это зомби зарычал. Мы сейчас продвигаемся к определенной точке. Сейчас посмотрим, что там. Где-то зомби зарычал. Он присел на мой причал. Охуенно так кричал.
Мне показалось, я видел движение. Нет, все четко. Значит так, братики мои, сестренки. На этом мы серийку по скаму закончим. И начнем уже со следующей серии. И если ты мне 1 000 000 лайков принесешь, поставишь, скажешь, отец, я хочу, Володесса будет выживать. Пиши, что думаешь по этому поводу. С тобой был я, отец Шумору, в роли Володессы Белочко. Обновление Call of Beauty мне понравилось. Пиши, что думаешь ты. Пока-пока. Увидимся на новом видео.